Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Совет Федерации принял соответствующее постановление. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. И, конечно, в воссоединенных регионах, как и во всех других субъектах Федерации, необходимо обеспечить максимальную прозрачность проведения выборов. Наши граждане, наше общество сегодня как никогда консолидировано и готово принимать участие в решении важнейших государственных вопросов, включая, безусловно, избрание президента.